Талант и мастерство, творческий подход и упорный труд. Верная дорога к успеху. Коллективы упорно трудились и готовились к конкурсу. Ведь каждый приехал сюда за победой. Мы приехали из города Ростова-на-Дону, готовились. Каждый день у нас были тренировки. 4 часа. Постоянно старались. Если что-то не получалось, начинали заново. Мы надеемся победить. А у вас девиз какой-нибудь есть в вашей команде? Знает нас, победа ждет. Коллектив «Артраш» вперед. Конкурс проводится в 4-й раз. С каждым годом география и масштаб фестиваля растут. Некоторые коллективы участвуют впервые, например, из Евпатории и Ялты. Но есть и те, которые уже неоднократно приезжают на фестиваль. Можно наблюдать, как они растут и как их способности развиваются в таланты эстрадных звезд. Конкурс вокально-хореографический, он длится всего 5 дней. Это большой конкурс с хорошим ярким открытием, с конкурсными программами по хореографии и по вокалу. Профессиональное жюри в составе заслуженные деятели России после выступления участников поделились ценными советами и наставлениями. Участники отметили, судили справедливо. Здесь очень хорошие судьи, конкуренты сильные. И, в общем, все понравилось, все очень хорошо, хорошо выступили. Хорошо очень, очень все организовано так. Спокойно, нет никаких таких происшествий. Организаторы конкурса старались сделать программу насыщенной не только в плане выступлений, но и обеспечить досуг участников. Каждый день был полон открытий в курортной Анапе. Для талантливых детей и молодежи проводили мастер-классы, экскурсии. По итогам конкурса состоялся гала-концерт. Коллективы, занявшие призовые места, выступили уже не в качестве участников и конкурсантов, выступали победители конкурса.